В одном из вебинаров вы сказали, что нельзя, чтобы большие часы были в гостиной, нужно остановить, потому что люди состарятся в этом доме. Остановил, но уже в другом вебинаре сказали, что нельзя держать остановленные часы в доме, нужно завести. Я запутался, Андрей Андреевич. Если вы во время того, когда вы кушаете, видите часы, то это плохо. Также часы в спальне — это плохо. Во всех остальных местах хорошо. Если у вас, допустим, часы находятся и вы сидите спиной к часам, нельзя, чтобы часы стояли на кухне, и нельзя, чтобы часы стояли в спальне. Если они у вас находятся на кухне и в спальне, остановите их. В случае, если часы находятся в любом другом месте, то нужно их завести, чтобы они шли. Бой часов — это как бой колоколов, обычно очищает пространство, громкие звуки мешают духам образовываться. Поэтому если кто-то обижается, то звон вот таких часов может помочь вот эти обиды из дома вывести.